Всем привет! Делаю видеообзор односпального дома на Пангане. Нахожусь сейчас в спальне. Свеженький, новенький домик. Очень такой чистенький, хорошенький, хорошо сделан. Давайте посмотрим спальню. Здесь у нас большая двухспальная кровать. Есть прикроватные тумбочки, есть светильники. Есть в комнате кондиционер. Также я вижу, есть полотенце, пару подушечек дополнительных. Есть вот такой вот шкаф с зеркалом. Достаточно вместительный, много места. Хорошо. Комната сама такая светленькая, много света, все чисто и аккуратно. Выходим из спальни, попадаем в гостиную, она же кухня. Смотрите, в гостиной у нас есть вот диван, есть такой вот журнальный столик. И здесь сама кухня. На кухне у нас есть раковина, набор посуды достаточно хороший. Есть микроволновая печь, чайник и вот такая вот электрическая сковорода. Также есть большой двухкамерный холодильник и все. С этой стороны у нас находится такой вот комодик, есть вентилятор и Wi-Fi роутер. В комнате нету стола обеденного и хозяин пока ставить его не будет. Также у нас есть задняя терраса, можно поставить здесь сушилку, вещи сушить. Здесь очень тихо, много зелени и возвращаемся в дом. Так, здесь у нас санузел. Проходим сейчас санузел. Достаточно большой санузел, сделано все очень классно. Здесь у нас унитаз, зона душа. Зона душа сделана хорошо, есть поддон, есть хороший слив. Здесь у нас раковина и зеркало. Чисто, нету неприятных запахов, все очень хорошо. Также выходим сейчас на основную террасу, посмотрим. Выходим сейчас сюда. Такая у нас терраса. Здесь есть такая вот цельная скамейка с двумя стульями. И больше ничего нет. Вернемся в дом. Давайте про плюсы и минусы. В целом дом мне нравится. Все хорошо, чисто и аккуратно, но не хватает стола. Также в доме нету телевизора. И в ближайшее время не планируется сюда ставить ни телевизор, ни обеденный стол. Имейте это в виду. Есть, конечно, вот такой вот маленький стол. Есть небольшой столик такой на веранде. Но полноценного большого стола здесь нету. Но дом свеженький, недавно построенный. Все чисто и аккуратно. Достаточно тихое место, далеко от дорог. Мне, в принципе, нравится. Тихое, уединенное, спокойное место. На этом все. Всем пока.